Приветствую, дорогие друзья! Алексей Навальный ввел новое правило. 2018 рублей, и он обязан зачитать какой-то там комментарий. Мне прислали вот этот вот комментарий. Комментарий касается меня. Я думал, ура, наконец-то Алексей произнесет мою фамилию! Но нет, он как Путин с фамилией Алексея Навального. Что есть опыты на животных? Да что ж такое? Проще сказать, комментировать мне нечего. Один в как кремлевский себя ведет. Шари это не рен-ТВ, не ТВ, а реально качественная работа иногда. Да это не качественная работа. Тут фишка в том, что Алексей, по всей видимости, с трудом читает, но вот я присмотрелся. Шари не всегда, но часто ловит вас на лжи, манипуляциях или просто нелепых заявлениях. Но проще сказать, я его не смотрю и комментировать мне нечего. Один в один, как кремлевские себя ведете. Шари – это не РЕН-ТВ или НТВ, а реально качественная работа иногда. Я не понимаю, брат мой, почему иногда, если Шари – это всегда качественная работа, или же просто качественные размышления, или же просто размышления. В любом случае, это не может быть некачественно. Но Алексей говорит, что некачественно. Качественная работа. Я не считаю это качественной работой. И ни по Украине, ни по России. Это какой-то странный человек. И мне он совершенно не интересен. Хотя, мне кажется, он уже 80% своего времени посвящает мне. 90%. А по последним исследованиям, 92% своего времени я посвящаю Алексею Навальному. Ну, странный человек. Можно сказать, странный человек. Проходимец. Человек, похожий на Саакашвили. Какие-то там, ну вот подбирать вот такие вот слова, главное не упоминай. Не упоминай, не будь как кремлевский, правда. Алексей Навальный, бог с ним. Я вас прошу, не тратьте свои деньги на то, чтобы задавать вот этому вот ваши вопросы. Алексею имею в виду, Навальному. Смотрите, вот позиция Алексея Навального по полиции. Она всегда была однозначной. Но полиция в России, она вообще же ничего не расследует никогда. Вы приходили в полицию, и полиция не делала ничего. Ну вот, не дай бог, ваш родственник оказался ночью в полиции. Вот я поэтому и написал, и до сих пор считаю, что полицейских, конечно, нужно судить. И вне зависимости от того, что там происходит. Ну, конечно, у всех сложная жизнь, не бывает простых ситуаций. Это он о чем говорит, полицейских нужно судить? Это когда мальчика, вы помните, когда растрещали все, бедный мальчик, его схватили на улице, мальчик, оказывается, просил подаяния, да, неподалеку сидел его папа, наблюдал за этим, там была мачеха, что-то кричала, в общем, в таком стиле. Но надо полицейских судить, за что? Это не является взносом в общественное благо, когда полиция хватает этого мальчика, куда-то тащит, а он верещит. Вот если бы мальчик не верещал, если бы тихонько его полиция тащила, но его не надо вообще тащить. Вот как Алексей представляет идеального полицейского, который подходит к этому мальчику. А сказала бы, дорогой мальчик, что с тобой произошло? Чем мы можем тебе помочь? Может быть, тебе психолог? Может, тебя накормить? Может, ты голодный? Давай расскажи, где твоя мама? Что мы можем сделать для того, что давай посидим? Выпьем чаю с вареньем, вот пряник тебе, сразу достает пряник, да, именно так в цивилизованном мире и поступают, именно так, начинают там, ну что, давай, может тебе психолог, там еще что-то, может быть нет. Они взяли этого мальчика, мальчик один на улице, значит его могли выкрасть, выкрасть какие-то нехорошие люди, они его повели в машину, мальчик хорошо натренированный, начал орать, визжать и верещать, но... Нельзя помочь мальчику, если он плачет. Если бы он смеялся, тогда бы ему можно было помочь. Она не в состоянии делать ничего вообще. Это все полиция. И вдруг внезапно. Полицейские. Принято считать, что все они за действующую власть. А оппозиции, и мне в частности, им нечего предложить своей программе. Но это на 100% не так. А мы-то думали, что это так, потому что смотрели ролики. Хотя, стоп, я сейчас немножко манипулирую. Когда Алексей говорит, что полиция плохая, вонючая, грязная, ничего не расследует, мерзость, и я даже не буду с ним спорить, да? Мне просто интересно на контрасте посмотреть. Так он говорит о полиции, которая сейчас в том государстве, где он не является президентом. Он в этом государстве все равно никогда не будет, наверное, являться президентом. Но если бы он стал, то все изменилось бы. Изменилось бы. Мне стал интересен этот ролик. И именно моя программа написана в интересах настоящих полицейских, делающих ту работу, которая нужна гражданам каждый день. Есть и настоящие полицейские, есть настоящие. И уж настоящие-то получат свои коврижки от президента Алексея. Меня зовут Роман Хабаров. Я пенсионер МВД. 20 лет стажа служебного у меня.
Смотрите, пенсионеры, МВД, да, ну, на пенсию, наверное, в прошлом году вышел, сейчас все расскажет, как там полиция. Из которых 14 лет работаю участковым и старшим участковым уполномоченным. Когда я уходил на пенсию в 2011 году, зарплата моя была около 18 тысяч рублей. Честно сказать, я немножко... Ну, меня это как-то покоробило вроде бы, как, знаете, как заставило задуматься. А почему в 2011 году? А как бы за 7 лет ничего не изменилось? Или это Алексей снабжает свежей информацией от человека, который в 2011 году покинул ряды? Угу. Нужно понимать, что ежедневная работа участкового сводится процентов на 80 к написанию различных бумаг сейчас. Заявления, объяснения, справки, рапорта, постановления. О, я это слышал. Я это слышал и читал об этом много. И это, скорее всего, правда. Нас вообще это не интересует. Мне вообще на это плевать. Вы знаете, мне сегодня написал человек. Ты знаешь, ты там говоришь, а мне так в России плохо живется. Мне плевать, как тебе там живется. Вообще, дружище. Меня интересует вот этот вот. Алексей Навальный. Меня не интересует ваша власть. Меня не интересует там... Еще один недавно клоун рассказал, что там Шари поддерживает нынешнюю власть. Мне плевать на вашу власть. Вы что, не понимаете? Плевать. Тьфу! Плевать. Абсолютно. Мне интересен Алексей Навальный и те люди, кого он показывает. Он показывает человека. Человек на момент увольнения получал 17 тысяч рублей. Делаем вывод. Все получают 17 тысяч рублей. В 2011 году. Или сейчас. Или когда. Кроме того, сотрудники не обеспечены жильем. Я не знаю ни одного случая, когда участковый, в том числе и я, получил бы не то, что через полгода, там, через год, через 5 лет квартиру. Не обеспечены жильем когда? Сейчас? В 2011 году? Или вообще когда? Мне просто интересно. Вот этот человек рассказывает. Насколько актуальна информация, которую он рассказывает? Наверное, актуальна. Алексей бы так не поставил. Как правило, она выдавалась, в самом деле, нуждающимся руководителям, вот, поскольку руководители всегда очень сильно нуждаются в... И мне нравятся вот эти вот записи. Выделяемое жилье достается начальству. И везде вот у них идут эти записи. Там 17 тысяч рублей. Опа там. 17 тысяч рублей. Я, в итоге сотрудники годами живут в, ну, в очень тяжелых жилищных условиях, там в общежитиях с родителями, имея уже свои собственные семьи и детей. Ничего смешного, кстати, нет. На самом деле страшно. Ужасающую жизнь он описывает. Сокращают тех, кто работает, есть такой термин, на земле. То есть тех же сотрудников уголовного розыска, участковых. Ну вот, а теперь интересно. Интересно. То есть человек описал, ну, кромешный ад. Кромешный ад, на самом деле. Я не буду заострять внимание на аспектах его собственной жизни, когда он работал участковым. Потому как нам удалось найти людей, которые жили с человеком в одном районе и немножко описали, как проходила его ужасная служба. Но то такое. Мы же, знаете, мы же как? Мы отметаем это все, берем фактаж. А фактом является то, что Роман Хабаров переаттестации не прошел. Вот что-то я не понял. Подождите. Он описал ад. Ад на земле просто. Такие условия чудовищные. Ну и все бы ушли, да? А он вот не захотел уходить, да? Переаттестации не прошел. И сразу же, представляете, стал правозащитником. Серьезно, правозащитником. Правда, вот если погуглить. Горное дело на 25 миллионов в Воронеже. Бывший участковый Роман Хабаров по-прежнему в СИЗО. Его ближайшего соратника отпустили. Что там случилось такое? Дело в том, что этого бывшего участкового обвинили в участии в создании нелегальных игровых там заведений. Ну как, там даже не заведения. Я пообщался тоже с людьми, и люди мне рассказали. Ну смотрите, Алексей пообщался с ним. Можно верить ему. Можно верить мне, а можно верить вообще никому, просто слушать. Принимать информацию. И мне объяснили, что схема была такова. Продавалось некое программное обеспечение. Человек устанавливал это программное обеспечение себе на компьютер и начинал играть, покупая виртуальные деньги. Когда он выигрывал, вот, то эти виртуальные деньги превращались потом в настоящие деньги. И во всем этом принимала активное участие некая компания. ООО «Защита». ООО «Защита», действующее предприятие, дата регистрации 2009 год. Директор Хабаров Роман Николаевич. То есть еще на момент, когда он был участковым, он создал ООО «Защита» некую. Я опускаю всякие личные вещи касательно того, что сын Хабарова, да, там присутствовал там на Майдане, видите, фотографировался какой-то ерундой. Это все не имеет отношения. Имеет отношение только то, о чем говорит Алексей Навальный и вот этот вот Хабаров.
Но это же действительно просто оскорбительно для страны. 2 триллиона рублей у нас уходит на безопасность и правоохранительную деятельность. Больше триллиона только на полицию. Но каждый рядовой полицейский расскажет вам о том, как он покупает картридж для принтера за свои деньги. Возможно, может расскажет, может и не расскажет. Как ты это намереваешься исправить? О том, что не оплачиваются даже элементарные расходы, о полуразрушенном состоянии отделений полиции, ну, это вы и сами видите. Вы можете видеть, я не знаю, у нас тут полиция совсем другая в Европе. Самых важных полицейских, тех, кто работает на земле, вечно не хватает, и влачат они довольно жалкое существование. Влачат жалкое существование, но отдельные из них, несмотря на жалкое существование, сильно обижаются, когда не проходят переаттестацию. Начинают тогда бегать по федеральным каналам и рассказывать, что это все коррупция не дала им пройти переаттестацию. Выделяемые прямо сейчас огромные деньги пожираются непомерным аппаратом, генералитетом, чудовищными коррупционными закупками, где все покупается в 2-3 раза дороже рыночной цены. Ты придешь, станет по-другому. Ну, давай. Ну и кто в этом заинтересован? Точно не граждане России. Моя программа о том, чтобы сделать приоритетом именно низовое звено. Отделение полиции, участковые, оперативники, дознаватели, следователи. Ну, то есть, вот они будут получать на самом деле большие деньги. Угу. И будут работать без начальства, к слову. Потому что начальство – это же самая коррупционная составляющая. Они должны быть как такие, знаете, сами себе подчиненные рейнджеры. Мне кажется, это нормальная история. Но не об этом опять-таки речь. Вот им нужно дать денег, им нужно дать квартиры, им нужно дать оборудование и экипировку по последнему слову техники. И я сделаю это, когда стану президентом России. Смотрите, когда он готовит свои выпуски, ну ведь он-то думает, наверное, что он подходит профессионально. Я не профессионально подхожу, честно скажу. Это мой личный видеоблог, что хочу, то и ворочу. Он же называет себя кандидатом в президенты, правильно? И сегодня я слышал на телеканале 112, который уже полностью стал порошенковским, как я понимаю. Там Марк Фейгин, его соратник, сказал, что он по-любому должен стать президентом, потому что он имеет на это все права, да. Так вот он готовит когда свои выпуски. Он реально вот эту вот лапшу намеревается скормить людям, которые могут погуглить или как? 17 тысяч зарплата? Труд. Достаточно ли вы зарабатываете? Я? Да, достаточно. Итак, уровень средней зарплаты за последние 12 месяцев. Полиция в России. Это не государственная история. Это история основана на вакансиях. Где-то 35 тысяч рублей, да? Средняя зарплата. Так, распределение вакансий полиция по областям России. Вот сколько их требуется. Ого, немало, правда? И рейтинг областей России по уровню зарплаты для профессии полиция. 60 тысяч. Короче, минимум 40 тысяч. Минимум 40 тысяч. Какие 17 тысяч? О каких 17 тысячах идет речь? И мне сегодня удалось пообщаться с представителями структур. Сержант 31 тысяча, сержант, стар 31 тысяча, участковый по-любому же офицер, правильно, там сержантский состав, наверное, не очень, да, каких 17 тысячах он, 17 тысяч, 11-го года, люди говорят, да, увольнялись в 11-м году, проблемы были, а сейчас, я уверен, они остались, но Алексей почему-то, он не знает, наверное, о приказе от 31 января 13-го года, об утверждении порядка обеспечения денежным довольствием. Не? Он, наверное, не в курсе. Он не в курсе о приказе Федеральной службы войск Национальной гвардии 25 сентября, к примеру. О получении единоразовой выплаты сотрудниками МВД на приобретение жилья. Он тоже, наверное, не знает. Он же готовился, да? Фишка в чем? Фишка в том, что тратятся деньги на постройку жилья. Хорошо, это плохо, я не знаю, мне все равно вообще. Вот. Более того, выплачиваются компенсации, когда люди арендуют жилье. Ранее было там 15, вроде бы как по Питеру и Москве на человека, в больших городах 5-7, в мелких там по 2000. Сейчас вроде бы как по-другому, не уточняли, но я не знаю, насколько по-другому. То есть это убрали или наоборот добавили, да, по квартирам. Ну, Алексей не в курсе, что выплачиваются субсидии на квартиры 4-8 миллионов единовременно. И, конечно же, там существует очередь. И, конечно же, там надо ждать по 5-7 лет. Но очередь-то движется, и дома-то строятся. Алексей не в курсе этого? А, нет, да, ему надо показать просто вот тот трэш, который ему надо показать, сославшись на 2011 год.
и на Хабарова какого-то. Итак, по шестому разряду 31 тысяча рублей. Участковый, ну, по-любому старт от 40. Вы же пишете, друзья мои, 17 тысяч рублей. Вы вот ссылаетесь на россказни человека, да, и так странного человека, хотя нет, странный человек это я. Стоп. Надо вообще остановиться, потому что Алексей же сказал, что Шарий какой-то странный человек. Странный человек помогает и уже во многом помог тебе стать президентом. Странным президентом странного государства. Пока. Подписывайся. Ну, это не ты, ты и так смотришь. Вообще, подписывайтесь. Пока. Don't you ever say I just walked away, I will...